Servitos Amigos. На что остановился я? О, тень от флага на стене, как здорово смотрится. Только не пойму, от какого... А, вот от этого. Остановился, значит, перед полицейским участком, встретив каких-то чувачков из братьев Стали. Так, удобный пистолет, удобный тяжелый гладкоствольный пистолет. Вот, и мне нужен антирадин. Мне охеренно нужен антирадин. Он сказал, ты можешь взять в полицейском участке все, что тебе надо, перед тем, как пойдешь и сделаешь для нас какую-то самую грязную, сука, работу, которую самим нам делать не позволяет гордость, хоть и надета на мне броня самого Робокопа. Ну вот, если у вас есть антирадин, тогда нам будет о чем базарить. А вот если нету, братство Стали, разведотряда Гладиус, приказы, текущие приказы: проникнуть на территорию, обозначенную как Содружество, с целью проведения операции по глубинной разведке ОГР, докладывать нужным во всех. Ага. Разведотряд, значит, это обычные, да, личные данные журнала. Фу, пошли вы нахуй, столько текста, вы с ума сошли, что ли? Тут состариться можно у этого компьютера, если только читать. Рыцарь Донус Рискин скончался. Брах. Да ёб твою медь. Брах. Скончался. Уорвик скончался. А, Хейлин. Рис ранен, значит, да, тоже вот написано. Действующая служба. Нет? Тут нет состояния ранен. Тут либо ты служишь, либо нет. О, почему ты ко мне так... Блять, где твои губы? Вот что надо спросить. Что у нее с лицом? А, медик. Да хер бы с ним. Ты можешь снять мне радиацию? Господи. Эй. Scribe Halen. You better get a move on. Think you're some kind of hot shot. It's not a good idea to keep Paladin Dance waiting. Paladin Dance is one hell of a squad leader. I don't know what we'd do without him. Подожди, он с кем, он с кем говорит? Don't take what Knight Reese says personally. He's like that with everyone. Блять, это был диалог с этим чуваком, который раненый был. Открывался кофейник. О боже, антирадин, слава яйцам. И радиация с... личный дневник скриптора. Бабёнки этой. Field Scribe Halen, personal log entry 324A. I'm starting to wonder if joining the Brotherhood of Steel was a good choice. I originally signed up seeking protection and comradeship, but I'm worried that I've traded away a bit of my humanity in the process. The Brotherhood's message of hope for the future is idealistic and noble, but their methods... Короче, ей не нравится в Братстве Стали. The leadership seems especially misguided. Instead of diplomacy, they wield violent confrontation to exert control. Despite all that, I've been successfully avoiding the fighting by following the career path of the Field Scribe. По-моему, от Братства Стали тащится в этой игре только Братство Стали. Все остальные считают их редкостными членососами. Они такие все на пафосе, они такие ничего не зная. А, Анклав. Вот, с Анклавом они ж там все. Терки у них. Даже непонятно, кто из них хуже иногда. Ну, это на любителя. Вот кому в Столкаче клан Долг понравился, да, там, идейные эти фанатики, тем и Братство Стали здесь понравится. Кому понравилась Свобода в Сталкере, те наверняка выбирали, наверное, скорее Анклав или ничего не выбирали, потому что Братство Стали, ну, это полная жопа. Так, здесь на крыше ничего нет, поэтому даже не знаю, нахрена здесь, нахрена сюда можно было выйти. Загрузка крыши, конечно, была вообще лютая. Так, ну что, антирадина больше, так понимаю, здесь нигде нету, да? Ну, спасибо, хоть один нашелся. Это ровно на один лучше, чем ни одного. Парадокс.
О, еще один золотые часы, ты посмотри. Коробка сигар. Вау, возьмем. Звучит понтово. Может, дуршлаг. Может, для крафта понадобится пулемет крафтить. О! Да. Когда я смогу взломать сложные сейфы, у меня уже будет пушка, которая замораживает. Паладин Данс меня ждет. Паладин Ганс меня ждет. Сука, Паладин Данс подождет, не переломится ему, спешить в его экзоскелете некуда. Рад Икс. Комбинированный ключ. Интересно. Поднос. О! Катушка силового реле. Интересно. Военная форма. Ну, у меня есть такие очки. Бафут. Винт. Подтяжки из слаксы. Ну, это... чисто американское. Американское шматье таких крутых пацанов. В Крестном Отце все ходили в подтяжках и слаксах, как я понимаю. Так, канистра у меня есть. Изолента. Повсюду изолента. Гараж. Нет, мне в гараж не надо. Меня Паладин Данс ждет, как я слышал, да? О. Видимо, этому чуваку дали пожизненное. Коробка со шпильками. Что ж, они ему не помогли. Херовый, видимо, взломщик. Взломщик. Так что, надо ли поговорить с этим? Выдвигаемся. Трудно отстать, учитывая, какой инвалидный бег в твоей броне. Адское месиво. Адское месиво. Ты все адское месиво пролежал, держать за живот, проклятый диарейщик. Нажрутся шаурмы, и давай от армии косить, ептать. Да, загрузки тут титанические вообще. Пес что-то нашел. Че он хорошее может найти, ептать? Чего ты нашел-то? Где? Где ты что нашел? Че, у него инвентарь можно как-то смотреть, что? Обмен. Да, у собаки есть инвентарь. Офигеть. Тогда я не понял, он что-то нашел, и это что-то должен я подобрать, но я ничего не вижу. Крупные стаи диких гулей. Бодро бежит в припрыжечку. Вам не кажется, что ноги непропорционально длинные у его брони? Цапля такая. Костюм следопыта, офигеть. Эй, а шляпу как взять? Мятая шляпа, нет, неинтересно. Давай на деньги шпилька. О, черт, все, здравствуй, перегруз. Ну вот, но я так и знал, что надо было все это. Вываренная кожа для левой ноги. Так, выбросить. Интересно. Длинные лохмотья Дитиатума выкинуть. Костюм следопыта выкинуть вместе с красной банданой. Все, бег есть. Черт, надо к верстаку. Надо поразбирать оружие, которое у меня с собой, арсенал повторных пушек.
вообще ненужная нахрен. Интересно, ворону можно было пристрелить и забрать воронье мясо? Так, а куда мы идем? Мы идем сигнал усиливать, да? Это не вход в убежище часа? Раньше в таких вещах, в таких местах что-то хотя бы прятали. Ага. Что-то и спрят. Ну давай, господи, дай выйти-то. Паладин Данс не любит же... Сколько тут оружия повсюду валяется, а? В начале игры у меня здесь оружие больше, чем в предыдущих частях под конец. А вот и рейдер-тварь. Нифига себе, рейдер-тварь. Я тоже хочу опыта немножко. Засранец, мог бы мне кого-нибудь оставить. Они ни хреново, они караванщика завалили. Антир-1. Калиматорный, легкий, гладкоствольный. Вот это круто. Стимулятор. Я, к сожалению, не читаю, что он говорит, потому что я занят тем, что обрабатываю лут. Анализирую, что мне надо, что мне не надо. У меня какой удобный. 14. Да, мой покруче. Но можно с этого снять коллиматор и поставить на свой пистолет, как я понимаю. Коллиматор этот. Если я правильно понял, как работает здесь суть апгрейда, то готовые апгрейды можно снимать с оружия. Он до последнего орал, чтобы ему передавали за проезд. Паладина, вы не можете потаскать мой арсенал на своем горбу? Паладин дорогу-то хоть знает, интересно? Было бы прикольно, если бы в Fallout сделали машину какую-нибудь, чтобы на ней можно было хотя бы с какой-нибудь скоростью перемещаться по... Я не верю, что после конца света, когда уже сумели восстанавливать эту всякую броню, самолеты летали, но никто не сделал ни одной работающей машины. Это же бред какой-то. Черт, надо было все всадить в одну. Сейчас мы посмотрим на собачьи бои. Ну чё ты, а он бы сам справился. Ну, паладин Данс собачатиной брезгует. А мне надо чем-то лечиться. Правда, он одну собаку испепелил. Угу, слишком тяжело. Ну все, понеслась. Вода в хату. А это что такое? Одноместная машина, это вообще прикол. Холостяцкий минивэн, наверное. Мне кажется, ли она только что пошатнулась, когда я в нее уперся. Больше такого не будет, видимо. Да, как же весело с тобой, паладин. Что? Че ты встал-то? Господи, не квест, а говнище какое-то. Лучше бы одного меня послали. Ёб твою мать. Да ты непредсказуем. Да, охраны быть не должно снаружи. Как и внутри сотрудников, я бы добавил. Картотека, еботека. Может, на собаку взвалить почетную должность носильщика моего барахла? Где моя псина? Да ёб твою мать, мне что, с тобой бегать, что ли? Эй! Обмен.
Че это он так взвыл? Сука, больной. На тебе 4 гладкоствольных ствола. Голозапись возьми себе. О, дерево есть, нифига себе. В убежище отдашь. Довоенные деньги можешь все забрать. Купишь себе там что-нибудь, дуршлаг. Кастет однозначно. Кисть. Канистра. Че, у меня собака еще может бегать? Ох, богатырь. Не знаю, где она все это носит. Это надо у разработчиков спросить. Могли бы и хотя бы сумочку декоративную какую-нибудь нарисовать там. Собака в переметных сумках, это было бы что-то новое. Как тут светло. Как будто электричество до сих пор работает. Выполнено. Следовать. Продолжаем следовать. Очень классно. Так, ядерная батарея. Это не на этих ядерных батареях работает костюм. Сталь. Военная электросхема взять. Ноги робота мне не надо. Вообще, я так понимаю, что здесь придется сражаться с этими роботами, а против них надо лазерные какие-то штуки. Лазерный мушкет. Yeah. Ring-ring. Так, фонарики заряжались в метро 2033 почти. Почта. О, турели. Глава службы безопасности, получатель, все сотрудники ArcJet. Начиная с завтрашнего дня мы будем раздавать всем сотрудникам бейджи, которые нужно будет постоянно иметь при себе. Бейджи содержат низкорадиоактивные изотопы, по которым автоматические турели будут опознавать наших сотрудников. Мы несем ответственность за раны и увечья, нанесенные тем сотрудникам, которые бейджи оставят дома. Прикольно. Так, получите бейдж как можно быстрее. Проблемы безопасности, происшествие с двигателем, управление протектороном. Ошибка. Выход из камеры подзаряда. Попросите всех других рядом с камеры подзаряда отойти в сторону. Отсутствует или поврежден. А если... сменить матрицу характера. Работник метро, охрана порядка, пожарный, медик скорой помощи, строитель. Строитель. А, надо его туда, наверное, будет погрузить, а потом выбрать. Да, кто-то уже разобрался, я рад, что ты заметил. Кусочки белки, жесть какая. Практически крысу жру. Кухонное полотенце, это мощь. Странно, раньше из писсуаров и унитазов можно было пить. Я не настаиваю, как бы, но... Чё сейчас как бы за суть задания, не врубаюсь. Security's too tight. Ага, надо прокачивать. Взломы. На максимум. Это и живо напоминает о том, что пароли всех терминалов компьютера необходимо менять раз в месяц. Нарушение этого правила может привести к автоматическим изменениям, отмене сетевых. Ага. Свой вклад в безопасность. Да какой пароль-то? О, пароль взят. Yeah. Так. Сюда он не подойдет? А, подойдет. Крутизна. Правда, опыта за взлом мне не дали.
удалось. Ну, сука, я так и думал. Чё за синт? Блять, что за ёб твою мать за оружие у меня? Бам в чердачелу. Это Т-800 терминаторы, смотрите. Раньше таких врагов точно не было. Как он расплавился. Сука, ну у меня и пушка, это вообще позор какой-то. Институтский пистолет плюс. Это что такое? Что за институтский пистолет плюс? И Калема. Блять, оружие. А, ну это лучше, чем мое говно. Апачки. Подожди-ка, подожди-ка. Сейчас он мне как даст леща, походу. Ха-ха, смотри, как его обнесло. Стал сразу как терминатор, блядь. Ёб твою мать! Ёб твою мать! Сука, нахуй этого полез. Как забавно, главный герой держит пистолет после смерти. Так, все понятно, не будем бросаться в оголтелую атаку. Этот паладин должен, сука, оттанковать, но он ни хрена не... Естественно, его не фокусят, они фокусят игрока, они делают то, что должны. Почему дверь не открывается? Ну. Открыть. Ну, открытие двери. Синтез, типа синтетический, да, что-то такое? Нахерачи, что ли, паладину забрать у него шмотки? Сказать, пал смертью храбрых, ёптать. На колчаковских фронтах. Шелковый, шоковый пруд, они еще с электрошокерами. В этот раз институтского пистолета мне не додали. Вот он. О, паладин там танкует. Пусть подохнет, я заберу его. Шматье. О, бля! Ёб твою мать, что такое? Бам в чердачевство. Сейчас перезарядка там у паладина. По-моему, я снаряды получаю. Я охеренно получаю снаряды. Ёб твою мать, блядь. Ну такое тут место пиздатое просто. Просто охуенно здесь, блядь. Не убежать, не спрятаться, нихуя. И паладин стоит, блядь. Сука, пройти не дает, опёздаш. Блядь, это пиздец, это не миссия. Ёбаный в рот, блядь. Да администратор заебал. Запомнить уже пора, блядь. Открытие двери. Ми, блядь, работай, глючный, сука, на XP, что ли, блядь. Ловите, пидоры. На нахуй, отличный удар, сука, тварь. Но попадания-то будут какие-нибудь? И рухнул. Я уж думал, он так и не помрет, блядь. Помощь. О, сопротивляемость урону. Это жесть. Надо юзнуть. Ядерная батарея это патроны, сука, для пистолета. Давай, тащи свою очко нахер. Я рашну, короче, уже. Единственный шанс, наверное. А, как они быстро дохнут, прям как и я. Этот проститутский пистолет мне не надо. Фокусированный институтский карабин, нихера себе. Ну это что за пушка такая? Сфокусированный институтский карабин. Блять, сколько мне говна всякого, а?
Ёпта, нихера себе, что это такое? Царь-пушка просто какая-то выпала в начале игры. Раньше помнится, чтобы такими пушками владеть, надо было выучить сначала. О, микроскоп, прикольно. Надо было выучить технологию или что-то там такое. Иметь параметр науки высокий. Теперь этого ничего уже не нужно, просто берешь. Лампочка. Стелс-бой. Где моя верная собака? Обмен. Сейчас тебе что-нибудь навалю. Гладкоствольный затвором. Нет, не это, что-нибудь другое. Институтский пистолет. Коробка сигар. Вот это говно, вот это говно, вот это говно. Кофейная кружка, блядь. Где-де-де, война. Бравый наш паладин воюет там где-то. Прицел такой, как будто я с ракетницей выхожу. Пиу, 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 блядь. Что это такое? Как оно выглядит хоть? А, нет, это не ракетница, это как ружье. Турельки, да? Улучшенная карта наведения. Кости левой кисти, охренеть. Это зачем? Правой кисти. Робот своего построить, что ли, можно? Ментанты. Ментаты. Блять, из-за этой винтовки ничего не видно просто. Вантус. Ну, сомневаюсь, что мне для чего-то пригодится когда-нибудь. Что можно скрафтить из вантуса? Из вантуза. Гладкоствольный пистолет, патрон. Блять, не то взял. Интересно, а материалы для дома они вес имеют? Их выкладывать придется, что ли? Фоторамка, блять. А, ну это для декора дома можно. Можно зацепить. Вдруг я проникнусь этим оформлением. Чем мы тут ищем вообще? Двадцать восемь. Я удаляюсь наоборот. Выше, что ли? Нет, выше некуда. Глобус взять. Ну, глобус весит не тяжело, но нахрен он. Хотя хер его знает, пусть будет. Это полная ядеркола стоит? Да. Так, куда-то сюда указывает карта. Сюда, тут дверь сломана. Ну и чё, и куда? На первый этаж обратно, что надо. Ништяк. А, вон он стоит. Ты хоть знаешь дорогу-то, ёптать. Да, смотрю, и под свои, и под твои. Да и байду, а. Скриптоны будут в восторге. Включить основной генератор. Какие умные слова. И что она делает? Хломатрон. Perfect.
Что это такое? Короткий ствол. Штатная ложка. А, это оружие? Песик? Hey. Wait there. Come on. Не оставайся, а дай мне... Я тебе сейчас нагружу чем-нибудь. Например, глобусом. Вот этим. Вот этим. Гаечным ключом, выкидным ножом. Ёб твою маму. Warning. Power loss detected. Engine core is offline. Это не хламотрон. Они меня обманули. Это в хламотроне, чтобы выстрел стал сильнее, надо удерживать кнопку выстрела. Интересная пушка с таким интересным названием. Got it. Гаечный ключ, изолента, разводной. Вы, блядь, издеваетесь, что ли? И ради этого, что ли, тут? О. О, ядерный блок. Вот это тема. Это для моей брони. Я смогу ее еще немножко поносить. Ее главное не оставлять, где попало, как я понял, да? Так. Down. Сходство одно. На сходство 2. То есть на конце N, да? Не вижу тут что-то я двух сходств с предыдущим словом. Блять, да ты чё? Сходство 0. Пиздец. Что-то не врубайся. Тут вообще это говно можно реально взломать? Или тут, блядь, подъёбка какая-то? Ну-ка нахуй сохранение, блядь. Мне кажется, здесь наебаловка была. Feed. Deed. Grab. Best. Нет, 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 ублюдок, сука, ёбаные взломы. Да что за нахуй стало-то с ними, блядь? Блядь, раньше всю игру проходил, хоть один бы хуй что заблокировался. Чё за хуйня, они правила поменяли какие-то, что ли? Теперь, наверное, любые буквы, блядь, совпадают, не только в том месте. Сходство 0, заебись. Опять сходство 0, охуенно, уже пол алфавита отвалилось, блядь. Давай вот это говно, снова сходство 0. Ёб твою мать. Охуенно. Заебись. А, теперь заблоченные компы через 10 секунд восстанавливаются. Заебись. Я думаю, что здесь наугад, блядь, проще подобрать, чем ебаться. Что они, блядь... Именно этот... От этого терминала, видимо, зависит, блядь, жизнь на земле. Эй. Заебало это все меня. Блять, что нахуй такие перевесы этой конченые, блять. Сколько же весит это, блять, хуидристика. Гэнг-бэнг. Нет. Кольт. Нет. Нет, вы посмотрите, это же пиздец. Да ладно, блядь, ёбнуться можно. Включить резервный генератор и хули ядерную батарею выкрутил, теперь включает, заебись.
опять эти пидоры, походу, пришли. Прикольно, они разлетаются. Ни хрена у вас тут. Чё-то мне кажется, что я зря так высунулся. Бам в жбан. Еще кто-нибудь? Я тут не дохрена ли вылезла? Жесть полная. Стимулятор. Автоматический институтский пистолет. Вау. Уйди нахуй. Топчешься по моему луту, бля, он мне нужен. Шоковый пруд, ядерная батарея. Так, институтский пистолет. Институтский пистолет. Это можно разобрать и получить из этого, наверное, неплохие вещи. Да, но таскать все это буду уже не я. Эй. Эй. Сюда иди, да. Как же заебало меня уже возиться с этим, блин, инвентарем. Если они придумали игру, в которой надо все таскать, просто все тащить домой. Могли бы инвентарь сделать таким, чтобы прям вообще... сверхвместительным. А как попасть в эту комнату? Я там был? Ну, наверное, был. О боже! Прощай, Рекс. Я не забуду тебя. Как-то в детстве я гулял со своей собакой и тоже так же садился в грузовой лифт, нажал кнопку. Собака была на поводке, а я остался в лифте, а собака вышла. Вот. Дверь закрылась, а поводок как бы... Ну, собака с той стороны, я с другой. Я думал, что сейчас собаку повесит. Отпустить, бросил поводок. Повезло, что, сука, поводок проскочил в дверь. Черт. Надо было, наверное, автосохраниться. Прикольно с роботами тут перестреливаться. С гулями, с роботами, все разлетаются. Если что не прикольно, так это при входе в этот прицел происходит как будто загрузка. Все, уделали. Такое ощущение, что они были как будто живые, или... Как бы это сказать? Вау, вот это, видимо, важный лут. Как бы это сказать, они были... Разумные. Институтский карабин. Еще лифт. Охренеть, не встать. Да, есть вещи, которые в Fallout не меняются с годами. Посадка NPC в лифт. Вход и выход NPC в двери и из дверей. Блять, собака также. Заебись. Напугал. Я думал, уже друг враг стоит в броне в силовой. Да заткнись-то. А, я... Это блок, который я взял, это надо было взять по квесту его. Smoother? I thought we did fine. That sweep was sloppy. We were caught unprepared more than once, which is unacceptable. However, мы действовали неэффективно. I'm not certain I could have accomplished the mission alone. Да, пожалуйста. Какая команда, чувак? Какая команда? It's a refreshing change to work with a civilian who can follow orders properly. That being said, I believe we have two important matters to discuss. First and foremost,
deep range transmitter. I'd like to compensate you for your assistance during this operation. I think you'll find this weapon useful. It's my own personal modification of the standard Brotherhood laser. Моя личная модификация очередного старого лазерного карабина. Праведный властелин, может, черный властелин. Стандартный конденсатор, длинный ствол, полная лажа, штатный прицел, нет надульной насадки. Урон 31. Пожалуйста. Don't you need to keep it? This isn't the only weapon at my disposal. Brotherhood soldiers always carry a backup. Now, as far as the second matter goes, I wanted to make... Давай, прими меня в братство стали, я вообще охерею. Our op could have ended in disaster, but you kept your cool and handled it like a soldier. Очень тихо говорит он через свой противогаз. You've got what it takes. The way I see it, you've got a choice. You could spend the rest of your life wandering from place to place, trading an extra hand for a meager reward. Or you could join... Пиздец какой-то. Уже на третьей серии можно вступить в братство стали. Это жесть. Это жесть. Неуверенное ожидание. Ёб твою маму. Это пипецкий. Не уверенно. Давай не уверенно, может, не примут. I don't know. It's a big decision, so I understand your hesitation. If you decide you want to become one of us, you know where we are. Good luck. Да, в полицейском участке. Давай, до свидания. Пошел ты в жопу, отморозок. Да, постой тут, полюбуйся на тракторы. Эй, где моя собака? Воу-воу-воу-воу, только не радиация. Где моя собака? Она должна поносить еще кое-что. Сейчас посмотрим, оружие его наилучше, чем мое, которое на меня где-то. Вот этого 20. А, ну да, у него 40 там. Зато он у хламотрона сколько. А чем он стреляет? А-а-а! Это интересно, блядь. Вот эта пушка. Как-нибудь в другой раз. Например, в следующей серии. Так, где его личный пистолет? Его личная. Сфокусированный институтский карабин. Это мой праведный властелин. Офигеть. Там еще и бонусы какие-то. Черт. Я так понимаю, что быстрое перемещение пока что наверняка недоступно. Да, у вас слишком много вещей. И я слишком не могу найти свою собаку. Что полный отстой. Дай хоть посмотреть, дисплей-то хоть желтым светится? Вроде да. Ой, блядь. Ёб твою мать, ломик. Молотов, кола. Ну, допустим, я ломик выкинул. И ни хрена. О, где же ты, собачка? Ладно, я что думаю-то? Я думаю, что я следующую серию начну уже со своего... со своей резиденции в Red Rocker. Разберу там всякое говно на запчасти. Может быть, заряжу свой хлама... хламотрон. Я вот просто смотрю и вижу, что мне все это надо. Кроме вот очков сварщика, пожалуй. Противогаз, маска. Повышает защиту от радиации. А шлем зато урону. Рейдерская броня для правой руки. Вот это мне не надо. Можно выбросить. А, или силу одну прокачать. Тогда я уверен, что мне хватит масса. Ладно, в общем, серии конец. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. А я уже подумаю в следующий, куда пойти и что делать.